Всем привет. Я правда хочу еще раз напомнить, что мы все с вами присутствуем на историческом событии, подчеркну. На самом деле, долгое время в Казахстане не было своей премии, и большой респект тем людям, которые нас всех вместе здесь собрали. Итак, кто же побеждает в номинации «Приз зрительских симпатий»? Так, давайте посмотрим. В принципе, было понятно более-менее нам, жюри, кто побеждал в тех номинациях, где мы голосовали. Здесь полнейший секрет для всех нас. Ну, что и следовало ожидать. Алмаз Кишкенбаев. Алмаз Кишкенбаев! Ваши аплодисменты! Алмаз Кишкенбаев выходит к нам на сцену. Просим, просим. Алмаз. И громкие аплодисменты звучат. Звучат фанфары. Алмаз Хутволсон. Поздравляем, Алмаз. Спасибо большое. Но при зрительских симпатий, потому что он самый симпатичный, наверное. Барлықтарыңызға қайырлы кеш дегім келеді. Аллаға шүкір. Қолдағандарыңызға үлкен рахмет, дауыс бергендеріңізге. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Рахмет үлкен. Победителю также вручается специальный приз от компании Toast, партнера нашей премии. Это словами не передать, если вы видите, у меня даже руки дрожат. Всем огромное спасибо, кто за меня голосовал. Всем. Моему продюсеру Ляйле Султангазе. Всем. Я вас очень сильно люблю. Аллаға шүкір, дауыс бергендеріңізге үлкен рахмет. Спасибо большое. Спасибо.